19 июля в Казанском федеральном университете состоялась международная научно-практическая конференция «Чудотворный казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации», посвященная закладке камня в основании будущего собора. Местом проведения второй секции конференции был избран Казанский федеральный университет. Это связано, или я бы сказал так, это дань, знак понимания, сколько университет делает в области развития религиоведческого и теологического образования. Это одновременно признание университетом местом или оплотом межконфессионального, межрелигиозного согласия в нашей республике, поскольку образ Казанской Богоматери почитается не только в православной конфессии, но, как мы знаем, Марьяна, она тоже одна из наиболее почитаемых фигур в исламе. Казанский федеральный университет принял участие в создании собора Казанской иконы Божией Матери. Сотрудники университета пожертвовали сумму своего однодневного заработка на нужды строительства данного объекта. Проблема благотворительности, она в наши дни особо актуальна, поскольку возрождаются духовные, национальные ценности, религиозные традиции, и мы живем в городе, который является именно диалогом, в котором диалог культур возможен. И эта конференция подтверждает вот такое вот удивительно веротерпимое отношение не только к религии и религиозным ценностям, но и к духовности, именно православной духовности. Восстановление собора Казанской иконы Божьей Матери является важным событием, которое войдет как в историю Республики Татарстан, так и в историю Великой России. Регина Фахрутдинова, Рамиль Бикбаев, Универньюз.